Зимой и летом одним цветом. Увы, так бывает не всегда. Елка сбрасывает иголки, а то я и вовсе пожелтела. Увы, такую картину можно наблюдать и сейчас в лесу или на дачах. А до Нового года осталось всего-то 93 дня. И пушистую красавицу нужно спасать, иначе останемся без праздника. Как это сделать, знает гость программы «С утра до вечера» в студии Татьяна Васильевна Еремеева, преподаватель Тираспольского аграрно-технического колледжа. Татьяна Васильевна, добрый день. Здравствуйте. Вот болезни хвойных деревьев, они как-то связаны с засушливым летом? Да, конечно. Дело в том, что хвойные растения, если их рассматривать в озеленительном компоненте у нас, они будут относиться к группе ограниченного пользования. Что это значит? К ним нужен повышенный уход. То есть их бездумно высаживать не надо. То есть изначально надо продумать, что за ними нужен уход. Потому что происхождение хвойных растений практически всех более умеренный климат. У нас в последние годы особенно очень жаркое лето. То есть получается, что если не ухаживать, не своевременно не проводить поливы, то они начинают болеть. Почему? Падает иммунитет, и, соответственно, цепляются все неприятные болезни, которые могут их поразить. А если нет дождя, нужно поливать елки? Обязательно. Обязательно, и причем делать это хотя бы один раз в две недели. И на взрослое растение 80-100 литров в жаркую погоду. Это просто будет спасением. У наших коллег, Татьяна Васильевна, вообще почему мы начали этот разговор, на палисаднике сосна покрылась вот такой ржавчиной. Да? Вот вы можете по фотографии определить, что это такое? Ну, сейчас одно большое такое, большая беда для всех хвойных растений в нашем регионе – это заболевание шуте. Такое вот оно немножко сложное. Сложное и название, сложное само заболевание. Его очень тяжело вылечить. И одним разом, то есть одним опрыскиванием не спасем. Надо соблюдать или как бы составить целый комплекс. И тогда можно спасти наши зеленые красавицы. А как помочь сосне? Допустим, ну, брать вот это заболевание шуте, оно называется шуте хвойных, но на каждый вид хвойных растений есть свое шуте. То есть шуте сосны, а если оно болеет, сосна рядом, елка не заболеет. Угу. Если только на него не пойдет свое шуте. То есть рассматривая через микроскоп вот это строение этого грибка, мы видим, что оно разное. Но тем не менее, оно может заболеть и сосна, и елка одним шуте, но разными подвидами, чтобы было понятно. Как помочь? Начинаем, конечно, с того, что мы должны убрать все очаги заболевания. Пораженные вот эти пораженные зоны, иголки. Да? Ну, как это делается? Конечно, берется аккуратненько метелочка, это кропотливо, и выметается все, что есть. То есть все опавшие иголки, они все имеют вот эти очаги их грибковой инфекции, их надо обязательно удалить. Вы имеете в виду те, которые опали вниз? Которые опали под вниз, ствол, да. Да. Постелить вокруг хвойного растения, потрусить и постараться убрать те, что еще не опали. То есть это очень важная такая процедура. Если это не сделать, опрыскивания просто могут не помочь. То есть вы будете обрабатывать, а инфекция будет сама вокруг. Находиться вокруг. Это первое. Второе, конечно же, наладить систему полива. Ну, это в летний период. Сейчас в осенний провести обязательно влагозарядковый полив. И если говорить о сегодняшнем этапе, да, вот осеннем периоде, обязательно внести фосфорно-калийные удобрения, ни в коем случае не азотные, можно приобрести специально для хвойных растений, потому что они с подкислинкой, ну, хвойные растения, они любят кислую почву, то есть изначально им создать благоприятные условия. Ну и пока не похолодает достаточно-таки сильно, до плюс 10, когда у нас вот будет, можно провести еще, я думаю, две обработки, можно даже три. Мы не знаем, какая будет погода. Берутся препараты. Тут, конечно, есть один хороший препарат, ракурс он называется. Это специально против этого заболевания. Есть еще, ну, его не всегда можно найти. Этот препарат надо вносить уже, когда наступило заболевание или да. В качестве профилактики? Именно когда наступило заболевание. Mm-hmm. Если мы видим, что оно есть, мы обрабатываем ракурсом, там по рецептуре 20 грамм на 10 литров воды. Второе условие при использовании препаратов у ели, вообще у практически всех хвойные, они гладкие по поверхности, надо обязательно прилипатель. То есть если мы не добавим прилипатель, ну это может мед? Быть... Нет, мед не надо.
надо, берем обычную сыворотку, пол-литра, литр сыворотки на ведро воды. Угу. И оно способствует тому, что эта жидкость останется на иголках. Она не стекает. Вот, прилипатель. И обрабатываем в сухую безветренную погоду, и через 2 недели обязательно повторяем эту обработку. Это то, что мы сможем сделать осенью. А рано весной, когда температура, опять же, достигнет до 10, среднесуточная, потому что если делать обработки раньше, эффекта не будет, препараты не работают. Мы начинаем опять работать препаратами, но вот кто не найдет ракурс, можно спокойно использовать коллоидную серу, она есть у нас в продаже, и препарат Байлитон, то есть он тоже есть у нас в продаже. Вот эти препараты, и так, два раза обработали коллоидной серой, 2 раза обработали Байлитоном, да, обязательно чередовать, чтобы не было привыкания к препарату. Что еще? Весной уже, конечно, надо будет давать ему подкормки. Смотрите, тут надо, во-первых, дать... Есть такой препарат, как гумат калия или гумат для корневой системы. Что это такое? Гуматы – это специальные кислоты, которые помогают лучше усваивать вещества из почвы. Uh-huh. Ну, если переводить на человека, это тот же панкреатин или мизин, который мы употребляем, чтобы лучше переваривалась пища. Вот так же и для растений. Это очень важно. И обработать препаратом, который применяется для растений при стрессовых процессах, а заболевание это стресс, есть эпин или циркон. Вот есть 2 препарата, они применяются именно когда растение либо болеет, либо сильно жарко, либо заморозка. То есть вот составить вот такой комплекс и ёлки... Татьяна Васильевна, вы столько целая наговорили. Восстановительная система. Да, да, я думаю, что сейчас люди, которые хотели бы уметь у себя на участке ёлку, сосну и так далее, просто 300 раз подумают о том, что это же такие трудности. Ну, я понимаю, конечно, это трудности. Дело в том, что это дорогостоящий посадочный материал. Это довольно-таки дорого, чтобы купить. Это не березку посадить, да? Березка тоже дорогая. Тоже дорогая. Не клён посадить. Ну, не клён посадить, можно просто кактус держать на даче, и достаточно. Отлично. Но если наладить изначально систему мероприятий по уходу, использовать те же гуматы, поливать, опрыскивать сверху просто водой, снижать температуру таким образом, конечно, в принципе, можно этого не допустить. Вот. И тогда лечение, конечно, не нужно. Может, будет. И не понадобится, да? Может, не понадобится. Но, в принципе, кто любит, он себе составляет вот такую схемку, и эта проблема решаема. У нас есть еще одна фотография, это уже коника, и она вот буквально вся покрыта ржавчиной. А это что? Это то же самое, только вот если есть сосна, а это шуте ели. Угу. Тоже тут вот мы лечили такую елку, мы, правда, рано весной начали 3 обработки, и она очень хорошо отошла. Тоже надо струсить обязательно, убрать все вот эти пожелтения, обрезать, ну, сухое. Мы смотрим, если побег сухой, его обязательно обрезают. Ну, а он потом пустит молодые побеги, угу. И вот эта вот неприятная ситуация исчезнет со временем. Уйдет в прошлое. А вот, вот какие нужно условия создать хвойному деревью, чтобы этого всего не было? А для того, чтобы действительно вот не было, составляется целая схема. Ну, начинается ранняя весна, когда вот мы все приезжаем на свои дачи, или когда нам уже хочется выйти на огород, обязательно, конечно же, убрать упавшие иголки. Угу. А я думал, наоборот, это такая специальная подушка, которая вот закрывает, да, оно, утепляет. По идее, в лесу хорошо, же никто не убирает. Никто не убирает. По идее, оно должно быть. Но если мы знаем, что оно болело, угу. И если мы знаем, что у соседей по нашему огороду болеет, лучше это убрать. То есть как бы убрать, посмотреть, когда оно уже будет себя хорошо чувствовать, мы оставим. Да, но действительно, когда листья есть на земле и иголки, это хорошо для самой почвы. Дальше обязательно, если не было у нас зимой снега, полить. Приобрести удобрения для хвойных растений. Нету для хвойной, берем обычное удобрение и подкармливаем. То есть смотрим, конечно, от удобрения, какое и сколько надо. И себе ставим за правило. Нет дождей, каждые 2 недели поливать от 2 до 5 ведер воды под дерево. Угу. А скажите, может быть, есть какие-то деревья или, может быть, какое-то расстояние, на которое нельзя сажать елку рядом со зданием? Или, может, какое-то дерево-сосед, которое мешает ему? Смотрите, дело в том, что ель, вообще все деревья,
которые в будущем будут крупные. Они же вырастают, да, с их размахом. Нежелательно высаживать, есть специальный санпин, 2-3 метра, то есть в зависимости от формы дерева. Это категорически запрещено, потому что корневая система может разрушить сам фундамент. Это первое. Второе, дело в том, что ель, если рядом возле нее что-то посадить, тут будет два варианта. Либо она задушит то растение, либо то растение задушит эту ель. Дело в том, что у них такая особенность, они выделяют фитонциды. Фитоцинды. Это же полезно для человека. Для человека, да. Фито убийцы. То есть они для нас полезны, потому что убивают микробы. А это растение, которое выделяет такое вещество, которое убивает все, что находится рядом. Вот если обратите внимание, под елями ёлки-убийцы. Очень мало что-то растет. Под ними практически ничего. Вот ковер из иголок и все. Потому что там она не терпит себе конкурентов. Вот и все. Самостоятельно. Поэтому изначально мы смотрим. Елочка, ага, голубая ель, высота примерно где-то будет 10 метров максимально, и метра 5 от нее высаживаем следующее растение. То есть изначально не создаем стрессовых ситуаций. То есть нужно учитывать еще соседство. Обязательно. Рядом елку и сосну нельзя. Нет, их можно, но на большом расстоянии. Чтобы они лапками не дотягивались. 5 метров они могут, но главное, чтобы они не были конкурентами друг с другом. То есть 3 метра это будет минимум, чтобы можно было посадить следующее растение, любое. Вот что касается елки, а как правильно ее размножать? Есть несколько способов. Это размножение семенами. Собираются шишечки. Вот я вам скажу по секрету, что не по секрету, открыто, что у меня и сосна, и елка. Я ни разу в жизни не видел семечко в шишке. Белки и птицы туда приходят первыми. Они приходят первыми. Я никогда в жизни не видел семечко. Вот не сейчас, когда уже станет так довольно-таки прохладно, когда начнут листья опадать, можно собрать вот эти елочки закрытые, шишки закрытые. А, в зеленые прям такие, Нет, они будут уже такие коричневые. Их собирают и помещают в прохладное сухое помещение, и они открываются. Они открываются, оттуда высыпаются семена, которые на 3 дня замачиваются в водичке. Можно добавить марганцовку, можно добавить препарат, который протравит. Вот, допустим, тот же препарат есть, протравитель Максим, который он избавит от всех вредителей. И потом через 3 дня в коробочку, вот эту, что в шерифе продают печенюшки, засыпают землей. Я, например, покупала, была хвойная земля для хвойных растений. Высевают туда, сверху тоненький слой земли и в холодильник на нижний ярус на 2-3 месяца. Не в морозилку. На 2-3 месяца, через 3 месяца. Ну, это где-то делается в январе месяце. В январе, в феврале, в марте, потом вытаскиваете, через 2 недели появляются всходы. Это довольно-таки кропотливое. Я вот столько лет пробовала, у меня только впервые получилась сосна. То есть вот я имею вот такие сеянцы сосны, это впервые. Она обычно болеет, у нее есть неприятное заболевание, как черная ножка, гниет корневая система. Я брала обычную землю, в этом году я взяла землю для хвойников. И вот она у меня есть, довольно-таки уже большая. Да, а то обычно она выходила и потом погибала. А ёлки получала, тоже погибали. Вот сосна у меня вот уже такая большая. Вот сейчас уже сижу, думаю, как ее дальше, чтобы не загубить. Вот. Либо есть еще способ, как черенкование. Берется верхушку. Я знаю, что берут вот эти молодые отросточки, отрываются. Да, главное, чтобы была вот эта тройка. То есть вот веточка, на ней боковые. Обрабатывается на сантиметр, убираются иголочки, обрабатывается корневином и черенкуется. Видела эти эксперименты в ботаническом саду. Есть, они пытаются, они пробуют. Могу сказать, что у нас один очень такой, будем говорить, недостаток – это сильно высокие температуры. Она может прижиться, может пойти рост, но из-за высоких температур вот эти черенки. Ну, поэтому дерево такое дорогое, поэтому мы и говорим о том, что его стоит спасти, потому что выращивается у нас очень тяжело. Очень тяжело, нужно залезть белке в дупло, достать шишку, которую она сняла с елки, вырастить семечки, засунуть в холодильник на 3 месяца, а потом еще обрабатывай, поливай все это дело. Вот последний вопрос. Те, кто не хотят очень высокую елку у себя на участке, можно ли подрезать верхушку? Дело в том, что есть один такой небольшой хитрый прием. Если ель, вот она дает молодые иголочки, они такие мягкие, приятные. Если в этот период подойти к елочке и обломать хотя бы каждую веточку наполовину, пока она маленькая, она будет очень густая и не будет сильно расти. Она будет напоминать конику.
То есть вот это коника – это такое готовое растение, а это будет напоминать конику. И вот если каждый год это делать, ну, до того момента, пока тебе не надоест. А потом в этот периоде вообще, конечно, лучше обламывать, потому что когда обрезается, мы обрезаем их хвоинки, а они потом желтеют. А вот если обламывать вот эти молодые зеленые веточки наполовину, вот каждый год наполовину, и тогда елочка будет небольшая. Ну, а потом уже... Она все равно вырастет. Хотим, вырастет, не хотим, она все равно вырастет. Да, ну надо будет обрезать. Вот по такому играться принципу. Еще и с ножницами. Да. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Как всегда, все по делу, да. Понятно. Спасибо вам большое, что спасли наши елочки. Спасибо. А мы, друзья, передаем слово Алле Горбатенко, ведущей программы «6 соток». Она расскажет, как выращивать и заготавливать мяту.